Путь московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Кубка ЕКВ начался 18 февраля четвертьфинальным матчем с Перуджей. Тогда наша команда на выезде одержала уверенную победу над итальянцами 3-0. Но ответный матч – это всегда новая история. Завтра будет другая игра, то есть итальянцы, естественно, полезут. Это не та команда, которая будет просто так сдаваться. Ну, так что завтра будет тяжело. Посмотрим. Подопечные Олега Антонова не ждут от соперника подарков и легкой победы. Все понимают, что Перуджа при любых обстоятельствах может дать бой. В этом не сомневается и наш диагональный Иван Зайцев, который много лет выступал в Италии и знает особенности их игры. Будет, я думаю, совсем другая игра, у них будет совсем другой настрой, хотя они подуставшие, они сыграли последнюю игру в чемпионате Италии 3-2. Выиграли в тяжелейшей борьбе, так что будем ожидать напряженную игру и, надеюсь, красиво. Для выхода в полуфинал турнира бело-голубым достаточно выиграть 2 сета. Но, безусловно, все усилия команды будут направлены на то, чтобы победить и дома. А для этого нужны запредельная мотивация и концентрация. Ведь соперник готовится продемонстрировать в этом матче свои лучшие качества. Мы постараемся показать хороший волейбол и выиграть. Главное для нас – мощно подавать, потому что в первой игре у «Динамо» были проблемы с приемом. Если у нас полетит подача, то есть шанс на победу. Ставку итальянский клуб делает еще и на атакующую линию. Лидер Перуджи Александр Атанасьевич на предыгровой тренировке ведет себя активно и довольно расслабленно. Но наша команда знает, что в игре он будет серьезнее. Ну, у них игра складывается на диагонального, на Атанасьевича, так что думаю, что будем как бы отталкиваться от этого и стараться его закрыть, и потом уже постараться выбивать их прием, чтобы не дать Лусену Дычеку сыграть, как он умеет, на максимальном уровне. В этой встрече команда готова сделать все для победы. Приходите поддержать «Динамо» 2 марта во дворец спорта на улице Лавочкина. Начало матча в 19:00. Мы работаем, чтобы вместе с вами двигаться вперед, строить планы на будущее, чтобы вместе с вами радоваться каждый день. Банк «Югра» с вами с 1990 года.